Вселенная освещается Солнцем, человек – Словом Божьим. Помимо своего внешнего вида, нужно уметь ухаживать и за своим языком. Тебя определяют две вещи – твое терпение, когда у тебя ничего нет, и твое поведение, когда у тебя есть все. Будешь в обществе гордых ученых ослов, постарайся ослом притворяться без слов, ибо каждого, кто не осел, они обвиняют в подрыве основ. Никто из нас не может знать, на что он способен, пока не столкнется с искушением и испытанием. Когда твой друг в один прекрасный день становится твоим врагом, это лишь результат твоих собственных поступков. Задумал стать львом? Готовься к встрече с львиными проблемами. Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места для прекрасных мгновений. Доброе утро, мой драгоценный друг!